В Армавире проходит голосование по выбору территории, которую благоустроят в 2025 году. Волонтеры проекта помогают горожанам сделать свой выбор. Один из дней голосования они провели на кондитерском предприятии «Сам Конди». Сотрудники производства с удовольствием выбирали общественную зону для преображения. Я считаю, что очень важно принимать участие в этой программе, потому что каждый человек, каждый житель города должен знать, где он живет, знать, что будут строить, и выбирать сам, что он хочет и как хочет, чтобы выглядел его город. В этом году горожане могут проголосовать за одну из двух общественных территорий. Зону по улице Розы Люксембург от улицы Ефремова до улицы Пугачева или пространство по улице Кирова от улицы Железнодорожной до Советской Армии. Каждый житель Армавира сможет повлиять на облик города. Мы с удовольствием ездим по предприятиям и собираем голоса жителей Армавира. Армавирцы сами выбирают лучшую для себя территорию, так как сами знают, где им лучше всего отдыхать. Проголосовать можно самостоятельно на сайте 23.горсреда.ру. Для участия в голосовании потребуется логин и пароль от госуслуг. Сбор голосов продлится до 30 апреля. Выбранная территория будет благоустроена по региональному проекту формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».